Всем хола! Вы на канале Линки. И сегодня мы создаем персонажа. Как у кошки Ланы! Да, что-то на меня совсем не похож этот голос. Так, ну, перед вами тот персонаж, который был создан мною вот пару недель назад. Да, буквально, кстати, вместе с вами я его создавала. И вот эта вот громенная рука мне на тот момент очень понравилась, знаете. Поэтому я даже не знаю, стоит ли мне создавать персонажа как кошки Ланы. Кстати, вы ничего не замечаете? Нет, не замечаете? Так у меня же нет той одежды, которая есть у кошки Ланы. Я ведь даже не донатила. Как я могу, блин, как я могу сделать такую же одежду? Так, я понимаю. Я понимаю, что вы все тут собрались, чтобы посмотреть на прикид кошки Ланы. Но, нет, ну, наверное, все-таки не все. Все зашли сюда, вообще не понимаю, почему. Что-нибудь тут смотреть. Ну, давайте будем что-нибудь да выберем. Да. Так вот, давайте хотя бы примерно посмотрим, что из этой одежды, да, может примерно хотя бы быть похожим на кошку. Как мы знаем, у нее темные джинсы. Ну, брюки, джинсы, да. То есть, что из этого может подойти для нас? Ну, явно не вот это, да, как бы, ну... Вы сами можете видеть, что это не черные джинсы. Вообще не знаю, что это за цвет, что это такое. Это, наверное, какой-то новый тренд. Ну, ладно, не о том говорим, знаете, у нас серьезная миссия здесь сейчас. Смотрите. Из всего этого самое подходящее – это вот эти замечательные джинсы. Замечательные джинсы. Носите с удовольствием. Слоган, конечно, супер. О, ребят, у меня тут 4 друга появилось. Сейчас я попозже немножко зайду, посмотрю, кто же ко мне добавляется. Кстати, среди них, может, и вы там находитесь, а я еще даже и не знаю. Поэтому с вами немножечко позже мы посмотрим, кто же находится у меня в заявках. Friends. Йоу. Так, ладно. Джинсы темные мы выбрали. Ну, знаете, ребят, я так активно обсуждаю с вами тему образа кошки Ланы. А вы вообще-то знаете, кто это-то? Кстати, пишите в комментарии, если вы ее не знаете. Я вам скину ее ссылку, потому что она блогер-то, собственно, известный, да? Вот. Поэтому. И что я могу подобрать из обуви? То есть, что подходит ей. У нее она белая, как бы со шнуровочками. Как бы кед, да? Здесь обувь вообще, ребят, может быть, она где-то в другой вкладочке находится. Ну, вроде бы тут я вижу, что all, ну, типа, все. Не хочу я в Яндексе искать, мне здесь надо. Вот. Здесь, я так полагаю, находится больше вариантов одежды, да, но уже за дополнительную плату. Но дополнительная плата у меня сейчас невозможна, потому что на моем канале совсем мало людей, а просто так донатить, если вам это не интересно, конечно же, я не собираюсь. Это, ну, логично, да? Я лучше куда-нибудь деньги потрачу на что-то другое. Например, возьму себе Лего, наконец-таки, да, которое я давно хотела. Кстати, кому интересно, с вами поделюсь. Я не вижу здесь никакой обуви, а именно обуви, как у Ланы. Знаете, вот эта вот обувь, что сейчас на этой моей замечательной девушке с блондиночки, подходит больше всего. Поэтому давайте мы оставим, наверное, эту обувь, потому что больше другого я не вижу или я ослепла. Ну, что возможно и то, и другое. Так, дальше, верх. Верх у нее явно идет одинаковый, то есть у нее нет одной большой руки, и одной, блин, маленькой, да? Она у нее достаточно, но такой комплектации, наверное, она примерно вот такая, да? Давайте уберем все-таки эту замечательную ручку для того, чтобы наш образ кошки смотрелся намного лучше. Так. Ой, нет, включись, пожалуйста, джинсы нам нужны. Все верно. Нам нужно убрать эту большую руку. Сейчас мы посмотрим, где она находится. А это что такое? О-о-о! Нетушки, спасибо, нет, мы уберем эти руки-базуки. Нам даешь.
Ребят, может быть, это у меня такая судьба быть громилой. Посмотрите на это со всех сторон. Что это такое? Какой-то Халк. Нет, нам это не подходит. У нас же девочка, у нас же кошечка. Так. О, нет. Это точно нет. Давайте я еще раз посмотрю, где изменить руки. Это что? Это нога, да? Да господи. Ребята, ну блин, из меня, блин, тот еще роблоксер. Убирай ноги, руки, все убирай. Сделай меня нормальную. Пожалуйста. Я хочу нормальные ручки, ножки. По-моему, это будет вот так, если я не ошибаюсь. Что? Вот, руки у нее, по-моему, кстати, что-то похожее, нет? Если я... По-моему, у нее вот такие руки, знаете, вот именно кисти. Но все-таки от одной руки нам нужно избавиться, ну потому что, ну что это? Вот, ребят, а как сделать поменьше туловище? Ну что это за... Вот! Да ну, наконец-таки! Супер! Так, сделали комплекцию все-таки поженственнее. Вот. Теперь нам нужно найти подходящую кофточку. У Ланы она в полосочку, открытые плечи, и она, блин, в полосочку. Что мы имеем? Мы имеем нифига. Блин, тут получается, что у нас идет? Только вот это. Вот это. Блин, ну пицца, знаете, это такое дело, что я бы даже сейчас ее заказала. Кстати, даже подумываю о том, чтобы ее заказать. Вы, кстати, какую пиццу любите? Я вот думала, знаете, с грушей сладкую поесть. Или с колбасой. А можно и колбасу! И грушу в одной пицце! Супер. Надеюсь, вы там не оглохли. Давайте все-таки выберем прикид, а потом я пойду есть замечательную пиццу груши и колбасы. Я себе такой ник, кажется, сделаю. Колбаса и груша. Вот кукуша. Так, давайте думать, какой больше прикид подходит для кошки. Потому что, ну блин, здесь вообще-то не подходит ничего. Ну нет. Я что, все сбросила? Создаем образ быстренько. Кошки тоже вот голова не такая, у нее даже прическа, у нее же розовые волосы и ушки. Где тут розовые, где тут ушки? Ну давайте что-то хотя бы похожее. Вот у нее хотя бы есть челка, да? Допустим, оставим это, да? Возьмем те ручки, о которых я говорила. Так, ручки, по-моему, такие я выбирала. Вот, штанишки черненькие, выбираем. Так, обувь оставляем. Да у меня, собственно, и нет выбора. Так, кофточку. Мы выбираем какую? Полосатую мне нужна, но ее нет. Ну, ребят, ну что мне делать? Что мне, оставить это? Да включить штаны! Ну что мне? Я не знаю, какую выбрать. Ребят, блин, напишите, пожалуйста, мне потом где-нибудь в комментариях или в личку. Я не знаю, какой подойдет больше всего образ, как будто я кошка Лана. Я хочу образ кошки Ланы. Все, по-моему, у меня ничего не получилось. По-моему, мое видео провально. Всем спасибо, что были со мной. Я грустный. Хотя уходить еще рано, потому что я еще толком ничего вам даже не сказала. Но в свое оправдание я могу хотя бы посмотреть вместе с вами, как я обещала, кто же добавился ко мне в друзья. Но, вот давайте, вот окей, все, вот сейчас прям я скажу. Если вы дадите мне понять, что вам, блин, это интересно смотреть все-таки вот эту игру, я, блин, даже задоначу, ну честно. Потому что сейчас подписчиков у меня очень мало на YouTube, у меня около 400, что-то такое там близко. Но, блин, этого недостаточно. Если бы была хотя бы 1000, да, я бы уже хотя бы понимала, в каком направлении мне двигаться, потому что я не понимаю, куда мне лучше донатить и просто так тратить никуда, там, денежки, если я могу купить, блин, пиццу с грушей и с колбасой, да, тоже так себе, знаете ли.
Давайте договоримся, если вы все-таки я увижу, что прибавляется больше подписчиков на канал. Ну, блин, если даже не подписчиков, ну, вы хотя бы напишите, ну, мне реально нужна ваша обратная связь. Все, запарила ныть Линка, поэтому давайте, как и обещала, зайдем в друзья и посмотрим, кто ко мне добавляется. И, в общем, от вас я жду все-таки ответа. Обязательно. Здесь. Открываем. Так. Отлично. Ребята, давайте тогда каждый выпуск я буду добавлять себе. Буду добавлять себе по одному другу. Сегодня я хотела бы добавить. Давайте. Я закрою глаза и куда я тыкну мышкой. То того я добавлю, друзья. Итак, закрываю глаза. Вожу мышкой. О, Red Kate, я добавляю тебя. Супер, у меня есть уже один друг, ребята, супер, это просто классно. Я хочу себе здесь очень много друзей и хочу, чтобы вы мне отвечали на мои вопросы по поводу дальнейшего моего участия в этой замечательной игре. Поэтому всем спасибо, всем хорошего дня и до встречи.